Всем привет, дамы и господа. С вами, как всегда, Александр. И сегодня я не один. Со мной будет Залим в нашем обзоре. Это старший менеджер магазина First Buggy и Мир Автокресел в Санкт-Петербурге. Приветствую вас. Профессионал, можно доверять его мнению. Тут все стопроцентно хорошо. Сегодня мы с вами сравним две популярные коляски от компании Valka Baby. Snap Ultra и Snap Ultra Trend. Мы не будем говорить, что лучше, что хуже, напомню. Это только отличия. Вот, чтобы вы, когда выбирали, могли понять, чем же они отличаются, не приезжая в магазин, не щупая, чтобы у вас не осталось вопросов. Начнем мы их изучать с вами сверху вниз. И начнем непосредственно с козырьков и материал. Материал у тренда отличается от ультры. Обычно здесь используется материал более высокого класса, что ли. Он такой, как джинса, тактильно очень приятный, плотный материал. А здесь что за материал используется? У Valka Baby Snap Ultra тоже используется плотная ткань, но без эффекта джинсы. Здесь более однотонные расцветки будут в сегменте. Соответственно, есть своя палитра цветов. И полностью отличается от Ultra Trend эти расцветки. Здесь будут более яркие цвета, красный и синий, и есть еще серые и графитовые цвета. В модификации Trend, кроме графитовой расцветки, есть еще в ассортименте светло-серый цвет, синий джинсовый и цвет капучино, это такой бежево-коричневый цвет. Да, такой коричневатый больше, наверное. Вот. Что касается козырька, давайте дальше его изучать. Вот в тренде у нас есть смотровое окошечко с москиткой, с креплением магнитным. А у тебя? Да, в модификации ультра окошечка нету. Угу. Идем дальше. Что у нас дальше с козырьком? У нас есть возможность увеличивать козырек. Вот таким образом мы добавляем еще одну секцию. Да, в модификации ультра тоже есть одна дополнительная секция. Вот, вы сразу можете оценить их размеры козырьков. Да. Все. Дальше. В тренде еще увеличиваем на одну секцию. Да. В модификации ультра тоже увеличивается, но это увеличение будет за счет антимоскитной сетки с защитой от ультрафиолета. Москитка плотная и от солнца защищает очень хорошо, если что. Так, это что касается козырька. Мы с вами разобрались. Давайте теперь посмотрим на ручки и материалы этих самых ручек и бампера непосредственно. В версии Trend у нас есть возможность регулировать ручку по высоте. То есть любой родитель может подобрать для себя высоту ручки. Обита ручка у нас эко-кожей. И бампер, соответственно, тоже обит эко-кожей. А что здесь? В модификации Snap Ultra ручка не регулируется. Ручка будет в одном положении по высоте. И материал будет из пененной резины. Как на ручке, так и, соответственно, на бампере такой материал. Отдельно отмечу, что можно купить комплект накладок кожаных. На ручку и на бампер отдельно продаются. Они продаются в черном, либо в коричневом цвете. Угу. Теперь давайте посмотрим, как здесь можно пользоваться прогулочными блоками. Блоки здесь реверсивные и там, и там. Давай переставим. Так, естественно, можно против хода двигаться. Напомним, коляски можно использовать с очень раннего возраста, и они для этого очень хорошо подходят. Очень многие приобретают эти коляски не как два в одном, там отдельно люльку с прогулкой, то, что идут в комплекте, а только вот в таком виде. И покажем, как они для этого вот хорошо подходят. Все, опускаем. Да. Там у тебя что? Да. Очень хорошо раскладывается спинка и в той, и в другой модификации, за счет чего действительно можно использовать с самого раннего возраста. В комплекте для того, чтобы закрыть не только козырьком ребенка, идут и в той, и в другой модификации накидки на ножки. Да, 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 идут. Да, соответственно, такой эффект люльки создается за счет вот таких накидок, но отметил бы, что в модификации Ultra Trend. Да, здесь с этим все вообще очень круто. Да. В комплекте идет вот такая дуга. Чтобы ее установить, нужно снять бампер. И она, знаете, как делает из прогулочного блока максимально похожим на люльку. Создает такого рода каркас. Вот видите, как это все выглядит. В обычной люльке же тоже она каркасная. И, соответственно, вот у нас есть возможность сделать ее
практически люлькой. И, кстати, отличаются еще и сами накидки друг от друга. У Тренди есть возможность откидывать вот этот язычок, чтобы удобно доставать и укладывать ребенка в коляску. Также есть москитная сетка встроенная. Там, да. По-моему, нету этого. Да? В модификации Ультра ничего такого нету. Здесь, соответственно, бампер будет препятствовать, чтобы, не снимая накидку, можно было класть ребенка, поэтому здесь в данной модификации придется снимать и накидку, и бампер для удобства посадки и высадки ребенка, в отличие от модификации Trend. Да, сейчас я поставлю. Я что-то не открыл. Да нет, все вроде все открыл. Правильно. А, ее можно же увеличить еще. Да, увеличиваются накидки по длине и в той и в другой модификации. Да, и за счет молнии. Сейчас поставим. Да, сейчас в законченном видео вы увидите, как это сделано в Тренде. В этом отношении Тренд немножечко поинтереснее сделан за счет вот всей этой конструкции. Все можно так застегнуть, прикрепить. Да, и, соответственно, практически сделали из нее обычную люльку. И при необходимости можно закрыть ребенка полностью. Да, здесь тоже закрывается, но здесь сеточка остается. Без сеточки секция будет выглядеть вот так. И вот по этой причине их люди часто берут вот только в таком виде с самого рождения. И я считаю, что вполне себе выход, когда нужна легкая маневренная колясочка без всяких дополнительных блоков. Как по мне, 5 баллов. Да. Так, сейчас снимем. Еще отметили бы сеточку. Да, да, сеточки. Сейчас покажем еще отличия с задней стороны, чем они отличаются. Потому что тут тоже есть разница. У тебя что там с задней сеточкой? Покажи. Сеточка открывается, здесь фиксируется на магнитиках. Соответственно, поднимая, соответственно, можно зафиксировать вот на специальных фиксаторах сверху. И не будет падать. На теплый период будет хорошее проветривание. В Тренде же накидка тоже, соответственно, закрывает полностью. Единственное, она идет чуть большим нахлестом на сам блок. И в задней части есть кармашек. Сейчас я открою, тоже покажу. Естественно, тоже есть возможность вот так завернуть и зафиксировать. И также есть москитная сеточка. В общем, в этом плане у них все хорошо. Единственное, у Тренда чуть получше от ветра, она сбоку защищена. Так, что дальше покажем? Продемонстрируем. Багажники чем отличаются? Да, давай покажем багажники. Я начну тогда с Тренда. Отличие, можешь передом повернуть. У Тренда спереди есть еще дополнительный отсек, как такой второй кармашек, багажничек для каких-то мелочевок, газеты, журнальчики, что-то еще. А сам багажник, соответственно, я думаю, что у них максимально похож друг на друга. Да, разные багажнички объемные и в Ультра Тренд, и в Ультра. И доступ вполне хороший. Доступ максимально удобный. Да, действительно, доступ отличный. Что касается амортизации, ее что нет на Тренде, что нет на Ультре, но есть очень прекрасная опция. На эти коляски можно купить надувные колеса отдельно. И на Тренд колеса будут чуть большего диаметра, да, насколько я помню. Из нее получится такой более внедорожный вариант. И на обычную... На обычном можно будет купить надувные колеса, но они будут точно такого же диаметра, как сейчас установлены. Да, на Трендах всегда надувные чуть-чуть побольше. Так, ну, собственно, давай теперь тогда сложим, покажем, как они в сложенном виде. Покажи пока тогда обычную. Модификацию Snap Ultra можно складывать вместе с прогулочным блоком, но единственное, это возможно, когда блок лицом стоит лицом к вам. И тогда надо будет отжать сначала по две кнопочки с каждой стороны и откинуть надо будет блок. После чего отжимаются две кнопки на раме и на ручке и убирается блок вперед. Отметил бы, что в зафиксированном таком положении сам блок относительно рамы не фиксируется. Поэтому будет небольшой ход. Но для удобства транспортировки есть ремешочек, можно будет на плечо закинуть. Угу.
Ну и видите, достаточно компактная конструкция. У тренда же в этом отношении есть небольшое преимущество. Он и по ходу движения, и против хода движения можно сложить. Ну, я сейчас покажу вам только по ходу, потому что смысла большого нет показывать оба варианта. Здесь немножечко полегче. Нужно кнопочку нажать снизу на ручке и большую сверху в одном месте. Перекидываем ее вперед, ручку. Опускается у нас назад сам прогулочный блок. И когда мы складываем, есть дополнительный фиксатор, где он, с какой стороны, который фиксирует ее. Вот. Да, вот с этой стороны есть дополнительный фиксатор, который не дает прогулочному блоку болтаться. Он прям застегивается прям к раме и держится жестко и никуда не болтается. Вот, собственно, тоже в сложенном виде. По сути, такая же конструкция получается. А ну там подожми. Да, там немножечко придется завернуть, здесь в обратную сторону. Ну, собственно, все равно очень компактно. В принципе, все, что хотели вам донести, показать, мы вам показали. Я надеюсь, вопросов у вас больше не осталось. Если вопрос есть, можете в комментарии написать, задать. Мы максимально быстро на них ответим. Выбор, естественно, строить вам самим. Ссылки на эти колясочки будут в описании на First Buggy магазин. А мы хотим пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. И приобрести их можно в магазине First Buggy. Ну, где же еще, да? Вот. И удачи вам на дорогах. Пока. Всего доброго. До свидания.